Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие грядки. Сегодня с вами снова я, Тигр Надя. Мы с вами очень давно не виделись, но наконец-таки прошли мои каникулы. Отсутствие на YouTube, и я снова к вам возвращаюсь. Вот с таким вот прелестным заказом с Postcards ёжик, то есть открытки ёжика. Я первый раз сделала у них заказ, и я безумно счастлива, что я это сделала. Для меня это было очень волнительно, пока вот я сделала такой небольшой заказик, но все открытки просто потрясающие. Я еще их не видела, я их только получила. Хочу вместе с вами открыть, посмотреть, что же там и как они выглядят. Все упаковано в такую крафтовую бумагу. Здесь написано, что здесь живут открытки для Надежды из теплых лапок ежика. Это очень мило на самом деле. И здесь вот такой молланг. Я просто его обожаю. Это, кажется, молланг на самом деле, да. Кролик такой. Мы с моим любимым человеком очень любим стикеры в Телеграме с ним. Давайте откроем упаковку. Бумага мне понадобится. Я никогда не выкидываю кряву бумагу. Она всегда нужна бывает. Так. Ох ты, какая красота. Такая вот пачка открыток. Как вы видите, их здесь достаточно. Но все равно мало, да? Я думаю, в следующий раз заказать еще. И все открытки будут здесь просто потрясающие. Давайте посмотрим их скорее. Такие вот открыточки, все потрясающие. Я не помню, чтобы я заказывала некоторые из них. Видимо, они в подарок шли. Они мне безумно понравились. Сейчас я вам покажу, какая из открыток мне больше всего зашла. Это вот с утятами. Вот такая вот прелестная открытка. Безумно нравится. И еще одна. Сейчас где-то здесь. Вот. Вот. Вот из-за нее я в основном делала заказ, потому что я очень люблю осеннюю тематику. Здесь такой красивый ежик, он будто бы живой. И листва, она такая карандашная, акварельная, безумно красивая, безумно живая. И прям хочется, чтобы осень скорее наступила. Так что я очень довольна заказом, очень довольна этими открытками. Они очень красивые, все такие сочные. Вот эта открытка прям очень-очень яркая, очень сочная. Они очень плотные, и у них хороший оборот. Здесь большое поле для письма и для адреса. Так что такие вот открыточки. Хочу заказать еще. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, вам понравился этот обзор. Он для вас был полезным. Постараюсь больше не пропадать. Всех люблю, целую, обнимаю. И до новых встреч. Пока-пока.